Здравствуйте, это канал Максимазы, и мы сегодня продолжаем проходить игру «Как достать соседа» на GameCube на эмуляторе Dolphin. И сегодня мы, надеюсь, будем уже ее завершать. Лайвбот. Ротвейлер снова отправился в круиз. На этот раз в Индию и снова вместе с Ольгой и так далее. Так, тут уже уровни действительно хардкорные пошли. Извините. Там вроде бы всего штук 7 баллонов. И мы взяли один из них. Погоди, 6 осталось, но на самом деле их там бесконечное число. Крючок. Пока версия была картина. Что-то, по-моему, подлагивать начало. Нет, показалось, наверное. Ждать придется, ладно. Давай, иди быстрее, сосед. Сделано, чтобы ее разбудить побыстрее. Давай, иди быстрее, мне надо взять что-то из сумки. Колбаску и уйди от сумки быстро. Собака? Нет, не собака. Сосед? Нет, не сосед. Попугай? Монстр? Ольга? Есть! Я успел уйти! Успел! Какое счастье! Начнем, наверное, как раз-таки с лодочки. Давай быстрее, он сейчас спустится сюда.
снаружи. Все. Иди, иди, иди быстро. Газовый баллон сюда. Огнетушитель сюда. Отлично. У меня, по-моему, таблетки, из чего попало сюда, затем звоним, кладем крючок сюда, устанавливаем, и все, можно смотреть, и ржать. Пены все наружу. К сожалению, последний уровень в этой игре мы, может быть, сегодня опять не пройдем, потому что он глючит все время. И игра летает на нем. Но и в редком случае не вылетает. Ой, блин, я забыл еще кое-что поставить. Я забыл поменять знаки. Зашибись просто. Вот взял и забыл. И поставить их обратно я уже не успею. Ну, попробуем. А, мне сначала надо достать говно таблетки. Невозможно это сделать, ребят. Не успею. Положить таблетку успел. Как я забыл про эти знаки, а? Тоже не смогли на золотую звезду пройти, но из-за моей ошибочки одной.
жестокой. Ну ладно, все равно прошли. Болливуд. Газ. Направились в Индию, там все такое, Болливуд тогда. На пляж снова. И сосед по пятам за ними. За Ольгой, за сыном ее и так далее. Отлично просто. Никогда не видел, чтобы реальный человек так делал. Попугай? Не попугай. Бармен? И не бармен. Еще раз. Ольга? Да. Опять выпивает виски и снова падает. А, не из бассейна. Нам не надо воду. Из-под соседа. Так, воду набрали. Это замечательно. Давай быстрее. Бери крабика еще раз. А, вставить надо сначала. Да не это. Краба. А теперь бери еще одного. Нельзя сразу двух взять, что ли? Надо убрать сначала одного. Блин, да.
ждать, пока она вылезет. Как отчаянно. Нам придется сидеть и ждать. Давай ставь, побежали отсюда. Пока вода почему-то не растаяла. Так, поставим крутую еще раз. Животными издеваться, а? Сейчас тебе слон за все отомстит. О, нифига себе. Как печально, что здесь негде спрятаться. А, нет, есть где спрятаться. Может, за той статуей спрятаться. Но там игра. Не игра на укрытие. Отлично, сейчас сосед прыгнет еще раз, и в этот раз будет еще веселее. Уже 20 минут записываем две серии. Очков, а в прошлой серии всего 12 000. Это у нас Тадж-Махал. Мы едем, который на самом-то деле никакой не Тадж-Махал.
Ну и сразу достаем мышку. Эту дурацкую, которых боятся многие, но не я. Давай, уходи быстрее, мне время. Вот на этой фигне можно спрятаться, но долго в ней не продержишься. Но в ней нельзя просто прятаться и наблюдать. Думаю, надо сначала все вещи собрать, чем начать делать гадости. Соседка всегда берет бабки из чаши для пожертвований. Так, тут полно всяких вещей, надо собрать их. Обязательно понравится мышка. Приползла змея, сейчас мы ее возьмем. Пока возьмем вторую мышку. Я что-то сомневаюсь, что мы все остальные миссии пройдем в этой серии. Берем быстро мышь, пока змея не утащила ее. Да не должен успеть, я просто должен успеть. Есть, я успел. Оу, блин, это больно. Так, надо напугать слона, потому что он злой, к нему лучше не подходить. А вот сосед подойдет немного поближе. Так, ставим проводочки. И ждем, когда сосед сюда подойдет, мы поставим змею туда. О, тоже больно. Люди, видимо, ботинки самоизолированные. Интеллектуализованные, что ли? Что током не бьет его?
Все, давай, змею. Пока она не уползла. Так, лопату поставим сюда. Почему бы нет? А также шарик. Блин, скала сама уходит. Ну, он успеет, он успеет. Уже много раз так делали. О-хо-хо-хо, вот так вот тебе. Не будешь больше воровать бабки. Бабки надо зарабатывать. Давай иди отсюда, быстрее. Ну это же не Тач Махал. Это же совсем не Тач Махал. Написано же, это Тач Махал. Это вообще не Тач Махал. Возле Тач Махала не ходит в одних трусах. В одной из три ПК-версии здесь ее, правда, нет. Сосед не заходил туда в одних трусах. $69,000. Как вам такой результат? А? Господи, как дети достали, а? Со двора. Сохраняемся. Следующий эпизод называется Мелон Бра. Нет, наверное, я пройду серии из Индии в этой серии, а из следующей серии уже три остальные серии. Все, Мелон Бра — это последняя на сегодня будет серия, потому что иначе долго будет. Ольга... Так, Мелон Бра. Ольга, короче, снова наведывается в холодный душ, и сосед подглядывает. Нет, сосед не подглядывает. Сосед с своим... гуляет с собачкой и так далее, смотрит на животных, все такое. Я не очень сильно понимаю английский, но все-таки я его как-то понимаю. Сюда идет. Я думал, сейчас туда пойду. Но нет. Никуда нам нельзя идти. Так, достанем все эти штуки. Блин, вот тонкие, длинные предметы неудобно вообще держать. На геймпаде это еще сложнее делать, я вам хочу сказать. Так что на оригинальном геймпаде собираться тяжелее, чем на клавиатуре. Так, идем сюда. Берем эту биту. Открываем бассейн и берем осьминога. Можно спрятаться в этой фигне. Я не хотел этого делать, но у меня нет выбора. Ну, блин, господи, что я наделал? Короче, что у нас дальше? Кладем морского ежа сюда. В шляпу. Затем берем еще одного, пока я не забыл. Блин, вообще ничего не лагает. В первых двух прохождениях ужасно все лагало.
первых двух прохождениях по этой игре, которое было в 2018-2019 году. В этот раз никаких планов. Да. Настолько огромный, что можно арбуз поместить. У Ольги настолько огромные, ну, вы понимаете, что... Так, давайте поможем слону. Поможем ему справиться с собакой. На, там у соседа мазь. А, нет, мазь здесь. Мы успеем все сделать. Мы намажем просто. Собаке пока никаких косточек не будет давать. И идем отсюда. Так, кладем морского ежа на это кресло. И делаем... Делаем нечто невероятное. Да, как можно было и попасть туда? Я бы так, наверное, не смог. Так, давай, иди. Надо подождать, надо подождать, пока... собака вернется на вот это вот, на эту тарелочку желтую, чтобы дать ей косточку. В ПК-версии можно и без нее положить косточку, здесь нет. Подоставали вы слона вот так. Биту слон сюда обратно выкинул. Да, видимо, эмулятор так настроен, чтобы он автоматически просто пропускал кадры, если не выдается нужное количество FPS. Да. Вайлакались хорошенько. А теперь кладем осьминога в шляпу. А, нет, надо. А, нет. Надо было позже его положить туда. Ладно, мы еще раз положим. Да, 3 сразу же. Давай уж там поскорее. Thank you.
Ох, нифига. Прошли на перфект, очень-очень круто. Я, блин, не посмотрел, сколько очков я набрал, но тем не менее вы знаете, потому что вы их видели. А, я могу сам посмотреть, 72 тысячи. Ладно, закончим на этом. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня печенье видос. Подписывайтесь на мой запасной канал, который скоро изменит свое название. На детский вид канала, на котором скоро появится видео. И группу ВКонтакте. Всем пока.